3 апреля глава города Хасавюр Зайнуддин Акмазов встретился с депутатом Народного собрания Республики Дагестан Висампашой Ханалиевым. Поводом встречи послужил ход реализации решения форума «Наш участковый» о создании опорных пунктов участковой полиции. После встречи было проведено совещание депутата Народного собрания Республики Дагестан Висампаши Ханалиева с начальником полиции Абдуразаком Абдуразаковым и исполняющим обязанности начальника уполномоченной участковой полиции отдела Министерства внутреннего дела России по городу Хасавюрт Муратбегом Сайпудиновым, заместителями главы администрации муниципального образования город Хасавюрт, а также руководителем исполкома городского отделения партии «Единая Россия» Азизом Азизовым для более детального обсуждения мест размещения опорных пунктов участковой полиции. Основной знак, что этот вопрос координировал наш министр Абдушев Магомедович. И первый знак, что он сказал по всем участкам, чтобы участковые наши работали на местах, в пунктах, и чтобы там дали им возможность открыть им кабинеты, рабочие места создавать, и дальше уже, чтобы были они постоянно в контакте с населением. После этого мы, депутаты, соответственно, и глава республики, и наш председатель, сказал, что давайте мы сейчас привлечем всех депутатов, вместе с главами администрациями, эту работу наладить и довести до конца. Хайбулла Умаров, заместитель главы администрации, курирующий вопросы идеологии общественной безопасности, отметил, что подобная практика является требованием времени. Создание опорных пунктов поможет эффективнее выполнять свою работу и быть более открытыми и доступными для обращения горожан к сотрудникам полиции. Далее свое видение в данном вопросе высказал начальник полиции Абдуразак Абдуразаков. Тот вопрос, именно касающийся части вот этого участковых полномоченных, это те... Та категория сотрудников, которая непосредственно должна находиться среди населения, то есть непосредственно контактировать, это та служба. Это нужно было, как мне кажется, сделать давно, но в силу складывавшихся ранее обстоятельств, оперативная обстановка была немножко сложная, были факты посягательства на сотрудников, поэтому как-то временно это было принято решение до нормализации, как бы вот эти вот прекратить, но сейчас сколько нам позволяет, и оперативная обстановка, и организация работы. Держать на контроле, да, правильно? Думаю, что это необходимо снова как бы возобновить. В завершении встречи участники собрания выехали по участкам, на которых планируется разместить опорные пункты участковой полиции, где на местах рассмотрели вопросы целесообразности выбора места, безопасности и ряда других сопутствующих вопросов. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».